А еще макевара – это не какая-нибудь игрушка, которая там должна иметь суперский внешний вид, такая вся лакированная быть, чтобы прям было жалко по ней бить. Макевара должна быть антивандальная. Вот сейчас прошел страшный ливень, град был и все такое прочее. Это, вот эта макевара сейчас, она совершенно сырая. Она стоит на улице уже 7 лет почти. Я работаю по ней руками, ногами, в обуви, зимой, летом. Не снимаю ее вообще. Вот такая должна быть макевара. Сейчас она сырая, черная, высохнет, опять станет светлая. Точно так же висит и макевара прототип МБШ. Вот она. Я в нее работаю тоже и руками, и ногами. Главное в такой макевара – это функциональность. Она должна быть абсолютно функциональной. Ее не надо жалеть. Она выдержит все. Рассчитана на долгие годы эксплуатации. Самой сильной и самой жесткой. Чтобы вы ее били, еще раз говорю, и руками, и ногами, и в обуви, и как угодно. И она не должна пострадать. Ее не должно быть жалко. Вот тогда это действительно та вещь, которая поможет вам с вами работать. А не такая, которая будет висеть на стене, как какой-то родовой герб. Такая вся красивая, лакированная и совершенно бестолковая. Ну, а если все-таки хочется прямо сил нет, чтобы макевара была такая вся беленькая, чистенькая, вот как вот сейчас вот она, как раз абсолютно новая, ну, повесьте в зале ее или покройте пенотексом. Она сохранит вот этот вид навсегда.